Постой. Я тебя знаю. Ошибки быть не может. Ты та, кого разыскивают. Пора тебе заплатить за свои преступления. Хорошо. Но смотри у меня. В другой раз снисхождения не будет. Выкладывай. Давай, шевелись, наруби-ка дров. Не, я так не думаю. Да? Иди своей дорогой. Жрец мотылька? Уж извини, но я ничего так... Попробуй спросить у стражника. Как следует. Отдал это повод и выпить как следует. Постой. Я тебя знаю. Ошибки быть не может. Ты та, кого разыскивают. Пора тебе заплатить за свои преступления. Что ж, награда за твою голову небольшая. Ладно, проваливай с глаз моих. Но я тебя не забуду, зараза. Запомни. Добро пожаловать, путник. Жрец мотылька? Уж извини, но я ничего такого не знаю. Попробуй спросить у стражников. Славного денька. Заходи, заходи. У нас теплая еда, теплое питье. Звать меня Фейда. Я держу эту гостиницу. Вот, посмотри-ка. Люди ярло заш... Погляди. Славного денька. Фейда обучает меня тишиться. Где этот линь? Не, я так не думаю. Вы, должно быть, заблудились. Наверное, дальше по дороге. Эй, там! Сперва война, теперь эти разговоры о драконах. Что будет дальше? Нужно держать ухо востро. А, так это был жрец мотылька? Он проехал через город не так давно, в сопровождении эскорта солдат. Они, не останавливаясь, поехали на юг, через Драконий мост. А, так это был жрец мотылька? Ладно.
немного найдется мест, где можно заниматься. Ты смекалистый, чем кажешься. До встречи. Тебе от меня что-то нужно? Этот инцидент в Морфоле просто недоразумение. Плевать на то, что там говорят стражники. Как быстро... Есть и другие языки, но это рискованно. Риск есть всегда. Тебе при... Эти заклинания сложны, да... Даже чтобы начертать их, у меня его нет. Как ты призовешь Дримору и прикажешь ему принести тебе сигильский камень? Тогда я начертаю для тебя заклинание. Потому что я не... Призыв освобождать... Ему придется доказать, кто тут... Вот нужное тебе заклинание. Поднимайся на вершину зала достижений. Я приготовил там для тебя место. Теперь прости, мне пора. Услуги по зачарованию предметов – одна из немногих вещей, что связывает нас с остальным Скайримом. Тебе от меня что-то нужно? Восстановление – полноценная школа. Я с радостью поделюсь с тобой знаниями. Thank you.
что, ты опять от Гарли или на это... Для членов гильдии воров у меня особые тарифы. Покажи, что у тебя есть. Передавай привет Карли, если увидишь ее. Возможно, нам удастся прожить еще несколько десятилетий без катастроф. Было бы... Было бы славно. Немного найдется мест, где можно заниматься тем... Чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант. Мой? Нет-нет, камень твой. Ну-ка, давай взглянем, что у нас тут. Око Магнуса здесь, но утрачено. Выскользнуло из наших рук. Ох, сколько мы могли узнать! Этот инцидент в Морфоле просто недоразумение. У меня есть необходимые знания. Ты можешь получить свой камень обратно. И возьми еще вот это. Я доволен тобой. Я хочу узнать, Фаральда не заходила? Брала какие-то книги? Не помнишь? Нет. Может, Мина? Какие-нибудь опасные исследования, которые она проводит. Уверена, что вы не забудете тех, кто оказался наиболее вам полезен. Да, полагаю, Фаральда над чем-то работает. Мне нужны ее записки. Как думаешь, сможешь их достать так, чтобы она не заметила? Ну, подкин. Ты только записки мне принеси. Если не сможешь, я какое-нибудь другое решение придумаю. Я могу помочь тебе только с книгами, Нирия. Конечно.
случае, мать для всех. Мы следуем ее голосу, ее воле. Рискнешь ли ты ослушаться? И, разумеется, понести наказание. Продолжай болтать, человечишка, и мы посмотрим, кто понесет наказание. Да заткнись ты, прихлебатель неуклюжий. Человек прошел долгий путь. Будь с ним хотя бы вежлив. Господин Цицерон, лично я счастлив, что вы с матерью ночи прибыли сюда. Ваше присутствие означает долгожданный возврат к традициям. О, какой ты мудрый мудрец и добрый добряк! Не сомневаюсь, ты заслужишь расположение господина. Конечно же, Цицерон, и ты, и мать ночи здесь желанные гости. И тебя здесь будут уважать, как пристало уважать хранителя. Понял, муженек? Хм! О, да, да, да! Спасибо, спасибо, спасибо! Но имею в виду, главное в этом убежище — я. Мое слово — закон. Мы друг друга хорошо поняли. О, да, господин, лучше не бывает. Ты главная. Слава Ситису, вот и ты. Мне уже до смерти надоел этот болтливый кретин. Нам нужно кое-что обсудить. Именно. Отправляйся в город Маркарт и поговори там с помощницей аптекаря. Найдешь ее в ведьминой настойке, в часы работы лавки. Девчонка говорила, что хочет убить бывшего любовника. Судя по всему, она совершила черное таинство. Ее зовут Муири. Поговори с ней, заключи контракт и исполни его. Сделай все так, как она пожелает. Покажи профессионализм и выполни заказ. Поскольку это твой первый контракт, можешь оставить деньги себе. Наверняка она будет щедра. Они всегда щедры. В конце концов, я решил, что надежнее когтями. Вода, ты главная! От тебя несет смертью, друг мой. Рад тебе. Поздравляю. Вот твои денежки. Само собой. Говорят, рудокопы друг другу про... Это мне нравится. Вот твои деньги. Хорошо. Надеюсь, на лесопилке все прошло. Твоя награда за отличную работу. Я научу тебя эффективно использовать легкие доспехи. Быстро работать ногами. Я не люблю мимов, менестрелей, актеров, акробатов. Как правило, я не в восторге от трупов старух. Для матери ночи дело не смотрю. Постой! Астрид. Я тебя знаю. Да, да. На дороге, помнишь? Цицерон никогда не забывает. Да, да, но только не свою мамочку, а нашу мать, да? Мать ночь, а твоя помощь так кстати. Бедному Цицерону она была нужна. Уговорить Лорея починить мне... Я тобой доволен, но мать ночи довольно больше. А наша мать, она ничегошеньки не забывает. Гробница матери ночи в Бравиле была... Поэтому Цицерон привел госпожу в новый дом, сюда, в последнее убежище. Мне досталась эта честь, как хранителю. Что? Ты ж, конечно, знаешь, что мать ночи — это наша темная госпожа, бессмертный дух великой женщины, которая родила детей Ситису и убила их. Его честь... О, Цицерон заботится о теле госпожи, охраняет, ухаживает, покрывает мам. Это как рассказывать о холоде пространства или ужасе пол. Он есть! Пустота!
Сексер, он просто хранитель, я... Но я не слышу. О, нет! Слова! О, наша госпожа мертва и не произносит слова, ибо губы ее сгнили. Но у нас не было слышащего уже долгие-долгие годы. Наша госпожа не избрала Цицерона, и она, конечно, не избрала Астрид или кого другого. Но однажды Цицерон прощается с тобой. Иди, займись контрактом Муэри. Поверь, скоро работенки прибавится. Быстро! Знаю тебя, но чувствую, что ты из нас. Последний соловей страж боюсь.
Я один защищаю гробницу уже очень-очень давно. Нас предал один из нашего ордена. На самом деле в том, что тут произошло, виноват я. Я был ослеплен. Возможно, если бы я был более бдителен, Мерсер Фрей не заманил бы меня на погибель и не украл бы скелетный ключ. Я этого имени... Что ты обо мне знаешь? Ключ! У тебя скелетный ключ! А Мерсер Фрей? Значит, все. Я в долгу перед тобой, Соловей. Твоя... Я лишь сожалею, что тебе пришлось пройти этот путь в одиночку. Карлия? Я боялся, что ее постигнет та же судьба, что она падет жертвой предательства Мерсера. Ничто не доставило бы мне такой радости, как возвращение ключа. С того момента, как я прибыл сюда, я почувствовал, что гробница не просто храм или хранилище для ключа. Когда Мерсер украл ключ, эти врата закрылись, ограничив нашу с ней связь. Боюсь, что да. Я слабее и чувствую, что скоро меня не станет. Причиненный вред можно исправить, только пройдя по пути паломника к Черному озеру. Я хотел бы помочь тебе, но я заперт здесь. Помочь могут разве что останки одного бедолаги, который пытался пойти по твоим стопам. Может быть, тебе пригодится его дневник?